Всем привет, друзья! С вами снова Александр, и я хочу сказать о том, что у меня на канале появляется новая рубрика, где мы с Залимом, это старший менеджер магазина First Buggy Мир Автокресел в Санкт-Петербурге непосредственно, и его мнению, кстати, можно доверять, он профессионал своего дела. И мы сейчас будем снимать ролики, в которых мы будем брать очень похожие позиции. Это могут быть позиции разных брендов, но в данном случае мы решили начать непосредственно с Valka Baby из двух моделей Snap 4 Trend и Snap 4, потому что они максимально похожи. Когда люди звонят в магазин, часто спрашивают, чем они отличаются. Вот мы таким образом отвечаем на вопросы, чтобы человеку можно было просто посмотреть видео, у него не останется вопросов. Напоминаю, Snap 4 у нас обычная слева, Trend у нас справа. И мы вам будем показывать здесь просто отличие этих колясок. Начнем, например, мы с Snap 4 Trend. У Trend в первую очередь, что отличает ее от обычного Snap, это материал. Материал непосредственно самой обивки. Здесь он используется более высокого класса, более качественный, тактильно приятнее. Но это видно, в принципе, и так. Он более дорогой, короче говоря. Это первое, что вы можете увидеть. А какая здесь ткань, на твой взгляд? Ткань здесь плотная. Соответственно, здесь на самом деле тоже хорошая тактильная ткань, но нет эффекта джинсы. Она более однотонная, и здесь своя палитра цветов, ну как и в антификации Trend. Но еще хочу заметить, что для тех, кто хочет повеселее расцветки, просто в тренде это более классические варианты: серый, темно-серый, синий и коричневый, да? Цвет капучино, он капучино. Бежево-коричневого цвета. Бежево-коричневый цвет. В случае со снапом четвертым у нас фиолетовый, красный, желтый, синий, черный. И что еще не назвал? Серый, графитовый. Серый, графитовый. Ну, раньше были зеленые. Желтых сейчас уже нет. А, ну, пардон, желтых уже нет. Вот, собственно, это вот отличие в цветах и тканях. Что касается, давайте просто начнем сверху вниз, и вы поймете, что мы хотим до вас донести. Начнем с ручки. Первое, что бросается в глаза, материалы, которыми обиты бампера и ручки, у них тоже отличаются. В тренде это эко-кожа, которую, кстати, можно докупить и в обычный снап и поставить, по сути, встанет вот такой же ручкой. Но здесь это изначально идет в базе, здесь это отдельная опция. И что касается ручки, ручка здесь, она регулируемая по высоте, то бишь легче будет родителю и невысокому, и высокому подобрать высоту. Здесь у нас что с ручкой? У модификации Snap 4 ручка не регулируется. Материал будет из пененной резины, мягкий материал, что на ручке, что на бампере. И как правильно сказал Александр, есть возможность докупить такие же кожаные накладки, и они продаются в двух расцветках. Они есть в коричневом цвете, одним комплектом продается, либо же черного цвета. Вот. Так, дальше. Идем также сверху вниз. И также отличие здесь в козырьках. Козырьки большие, они и там, и здесь. Это вы видите невооруженным взглядом. В тренде у нас есть опция, вот расстегиваем, соответственно, два замочка, и у нас здесь секция еще одна дополнительная появляется, и она не из москитки, как обычно часто бывает, а просто еще одна секция. Также есть смотровое окошечко с креплением на магните. А там у тебя что? В модификации Snap 4 козырек тоже увеличивается, но увеличивается на одну секцию, за счет чего, соответственно, на одну секцию будет короче. Но стоит отметить, что все равно довольно-таки глубоко закрывает ребенка. Окошечко в этой модификации тоже имеется, и это окошечко закрывается на липучках. Вот немножечко дешевле. Но еще, кстати, по поводу окошечка, можно замотать и прикрепить. Да, можно замотать и прикрепить, чтобы не падало. Да, тут у нас вот как есть. Да, здесь если закрепить, то она будет вот так зафиксирована. В общем, как лучше, выбирать вам, соответственно. Так, давайте дальше идти вниз. Сиденье давайте посмотрим. Еще основное отличие. Это давайте даже, наверное, сбоку поставим вот так. Я разложим и ту, и вы увидите разницу. Snap 4 Trend, оно длиннее. Напомни мне длину и
Здесь и там. 86 сантиметров длина спального места в Snap 4. Snap 4 Tramp 94 сантиметра. Да, можешь его опустить. Snap 4 Trend, он длиннее, то бишь на дольше времени вам хватит. Но на самом деле и в обычной версии, ну, этого хватает. Не в школу же возить на коляске ребенка. В общем, вот еще одно отличие. Да. Отметил бы еще по способу регулировки наклона. Давай. Регулируется ремешком, одинаковая система абсолютно. Угу. Насколько вытянули, настолько подняли. Отметил бы, что эта система регулируется очень легко. И также, соответственно, зажимая кнопочку, опускаем на нужный нам, соответственно, на нужный угол. То есть нет ступень, где нам нужно, там мы остановили. Можешь еще вот так развернуть и покажем отличие задних стенок, потому что здесь тоже есть разница. Опусти, пожалуйста. В обычном положении. Да, у тебя там что? Здесь кармашки есть сверху, они открыты, не закрываются. Есть возможность отстегнуть на липучках тыльную часть стенки, да. Заматывается и фиксируется вот отдельными, соответственно, вот такими крепежами. Здесь же немножечко по-другому. Здесь у нас один кармашек, и он глубокий, на замочке сделан. И вот эта вот накидка, она, если обратите внимание, она больше и идет вот сюда сбоку внахлёст. Там же она просто опускается сверху. Ну и, соответственно, то же самое можно сделать. Так замотать и закрепить. Это у них одинаковая москитка, и там одинаковая, да? Может, да, быть? Сеточки одинаковые. Да, сеточка есть в обоих версиях. Вот, собственно, еще отличие. Их на самом деле уже осталось не так уж и много. Можешь развернуть передом. Опуская подножки, остается очень хорошая зона для того, чтобы ребеночек наступал и в той, и в другой модификации. Да, и прорезиненный материал и там сделан, чтобы легко было чистить. И еще визуальная составляющая остается у нас наглядная. Это в тренде вот такие декоративные пластиковые накладки спрятали, которые весь механизм в Snap 4. Да, а в Snap 4 обычную, соответственно, это выступающие металлические части, где по отдельности, соответственно, фиксаторы колес и присоединены. Угу. И на Снапе 4 и на Тренде есть возможность приобрести надувные колеса. Это как опция присутствует в обоих версиях. Я отметил бы, что в модификации Тренд надувные колеса будут большего диаметра, чем стандартные, которые стоят в штате. В Snap 4 стандартной модификации надувные колеса будут такого же диаметра, что сейчас установлены. Угу. То бишь из Тренда можно сделать более такой внедорожничек. Так, и давай еще с тобой. Вес коляски у Снапа какой? Коляска Snap 4 весит 7,4 кг. Вот, Тренд весит 8 кг, соответственно, он длиннее, сами видели, ну, это не скажется, не может не сказаться на весе, поэтому 8,7,4. Вот вам уже еще одна разница. Так, что еще у нас? Как складывается, давайте. Давай, складывай ты, потом я покажу. Чтобы сложить модификацию Snap 4, нужно нажать две кнопки, которые находятся в разных местах. Соответственно, нужно использовать две руки. Сначала отжимается кнопка на раме, потом на ручке. И, соответственно, после чего убирается блок до конца. Угу. Удобная ручка есть для того, чтобы можно было носить коляску. И есть лямочка, чтобы на плечо можно было закинуть. Удобно путешествовать. Угу. Так, что касается Тренда, может, чуть-чуть в стороночку покажу. Здесь у нас, соответственно, тоже две кнопки, но они находятся в одном месте на ручке. Вот маленькая кнопочка и спереди большая. Движение чуть проще. Одной рукой можно это все делать. Все, опускаем. Точно так же защелкивается весь механизм. И ручка, как и там, есть такая. И лямка на плечо тоже есть. Вот, собственно, и все. Основные такие отличия. Чтобы разложить. Да. Чтобы разложить, да, всегда фиксатор нужно отжать. Окей. Вот, собственно, выбирать, естественно, как всегда, вам. Мы здесь не показывали вам, там, что лучше, что хуже. Это немножечко разные коляски, но очень похожи. И люди очень много задавали вопросов, чем именно они отличаются. Теперь вы знаете, чем они отличаются. И, соответственно, выбирать, как всегда, вам. Ссылочки на эти коляски будут внизу в описании.
Если вам понравилась вот такая вот наша новая рубрика, напишите об этом в комментарии, чтобы нам было понятно, что продолжать это или нет. Это такая обратная связь. И, собственно, хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Всего доброго. До свидания. Всем пока.